С начала года в Роспотребнадзор Нижнего Тагила поступило 250 обращений от потребителей. Горожане больше всего недовольны продуктами питания. То срок годности истек, то цена на прилавке не совпадает с ценой на кассе. Стали появляться жалобы на продажу табачных изделий. Обращаются к нам, что проверьте, вот скажем, такой-то магазин находится на расстоянии менее 100 метров, чем это оговорено в законе, в детское образовательное учреждение. Вот буквально за второй квартал этого года у нас было очень много таких жалоб. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, есть обращения по поводу страхования технических средств и неоговоренной страховки при оформлении кредита в банке. В данном случае это называется навязывание услуг, ущемляющие права потребителя. В этом случае потребитель имеет право прийти к нам с заявлением и написать жалобу на банк. Как напомнили в ведомстве, обратиться в Роспотребнадзор за защитой своих прав можно через официальный сайт либо обычным письмом.